интернет-батлы сдохли. Фристайл-батлы давно мертвы. Я знаю эту кухню. С вами Ресторатор. Добро пожаловать на Versus Battle. Три раунда по две минуты. Два участника, один победитель. Versus Battle. Поехали. Я Гарри Топор, я рэпер. Это печально. А что сегодня ждешь от батла? Я жду победы только. Кто сегодня твой оппонент? Мой оппонент Билли Миллиган. Ну, он Стим, мы все это прекрасно знаем, на самом деле. Я обещал этого не говорить, но это все прекрасно понимают. Парень думает, что он может вернуться в большой рэп. И я думаю, что я сделаю максимум, чтобы это все прекратить, потому что мне было бы интересно посмотреть, как он испытывает горечь поражения и умывается кровавыми соплями сегодня в конце вечера. Я должен что-то сенсационное говорить, я не могу просто сказать, там, типа, да, Стим достойный соперник, там. Вот. Поэтому победить сегодня сильнейший, на самом деле. Проиграет тоже сильнейший, потому что мы заебись парни со Стивом. Расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, собственно, я тот самый человек в маске, который совсем недавно появился в интернете, темная сторона сопливого Стима, и решил сегодня, ну, в общем-то, вернуться в большую игру. У Билли Миллигана было, если не ошибаюсь, 26 личностей. В качестве какой личности будешь выступать? Рейджена, наверное? В качестве лесбиянки. Лесбиянки, окей. Я думаю, все-таки два серба сойдутся сегодня. Хорошо. А кто сегодня твой противник? Мой противник Гарри Топор. Что можешь сказать о нем? Ну, честно говоря, я сначала думал, что Гарри Топор и Тони Раут — это один и тот же человек. Вот. Но потом понял, что это разные люди. Пока больше ничего не могу сказать. Как настрой? Готов победить? Ну, естественно, я за этим сюда приехал. Отлично. Что-нибудь есть еще добавить? Нет, все услышите там. Отлично, спасибо. Добрый день. Рад приветствовать вас на Versus Battle. Это батл между самыми интересными, перспективными хип-хоп-артистами России и прилегающих республик. Итак, сегодня у нас первый батл, и судить его будет Иван Пинженин, заслуженный артист Петербурга, именно поэт, который пишет замечательные стихи. Также у нас сегодня в качестве судей присутствует Рома Другой Хип-Хоп и Даниил, барабанщик группы Аматори. Просьба выступающих занять позиции. Я буду бэтлить с пустым местом, походу. Итак, MC справа, представься. Меня зовут Гарри Топор. Слева, представься. Билли Миллиган. Так, методом жеребьевки стало ясно, что начинает участник справа. Итак, пошумим, блядь. А последний вопрос только. Мне отходить куда-то можно здесь? Желательно. Или только стоять? Пределы. Окей, пределы. Поехали. Поехали. Я не могу называть себя 3-2 раз, по сути. Смотри, тебе не добраться до Трезини, дворца как раз Путин. У тебя один шанс тут выйти, почитать чуть-чуть и выйти вон, чувак, пойми, это биф будет. Ныкаешь порно от родителей, не видать живой пизды тян. Стиму правая рука дает только по выходным дням. Ты одел кольцо на палец, с рукой переспал и замер. Парень сделал предложение своей пятипалой зае. Твой член называют именем города Фрейрок. Вы думаете, это Грозный? Нет, это Кривой Рог. Свой рэп — это антипод такой музыки, как Лок-Дог. Прошел год от и до, сразу вошел топор в топ. Ты хуже бабы, в инете не сыскал славы. Тут много славян в барах, клиент всегда правый. Я лысый, как негатив ряда. И чтобы натягивать гандонов, мне презерватив не надо. Великана пасть — это как велика пасть у великана. Я буду гадом, но обязан тебе поссать в американо. Потерянный великаном, пока умирать рано. Жара от мая абрикосова до августа Монферрана. Стиви, ты на Валерию дрочил? Есть немного. Твой хуй емели на печи. Лежи бога. Да, я круто. Поверь, я знаю много таких, как он, разбойников. Давай знакомиться. Тут топор и моя цель — бабки.
Родион Раскольников. Твой приезд в Питер – это простой мэн-алка-тур. Да, твой хуй встал, но сразу же упал вниз, как ракета Протон-М Байконур. Чувак, тебе бы купить флоу? Ага, это вещь, мать его. Здесь Галат, Стим и Оксимирон. Где я, блядь? На лещ-пати? Поехали. Билли Миллиган, твой ответ. Твои заготовки не про Миллигана, а про Стима. А путать нас двоих абсолютно непростимо. Я неопознанный читающий объект. Если музыка твой хлеб, тогда я тебя объем. Что бы ты там ни говорил против, Билли Джамшут ответит за него. Мы твой репрот и Билли. Будь осторожен со словами, когда дисишь меня. А то под глазом появится Купер, то есть синяк. Тебе порти, что ты читаешь без бита. Если б был бит, ты бы вообще не вывез. С таймингом беда. Время пришло, пора расплачиваться за грехи. Гарри нечего сказать, он молчит. Silent Hill. То, что ты слышишь сейчас, фантастика. Стэнли Кубрик, ты утром боевой раскрас нанес. Тени, пудра, но я вышел в центр зала, и твой вдруг притих голос. Время пускаться на утек, беги, Форест. Мой фейм растет, словно на курсе метандека. Твой рэп обибас с рынка, не надо в Китай ехать. Ты мямлишь, я рублю. Кто из нас теперь топор? Чтобы меня забэтлить, вам нужно выйти ко мне толпой. Вот бы я отвечу, да? Второй раунд. Нет, я отвечу сначала. Нет, это будет второй раунд. Окей, второй раунд. Итак, топор снова начинает. Поехали. Сначала я отвечу на то, что ты говоришь. Ты говоришь мне про Абибас. Посмотрите, в чем он одет. Ты так хрипло читаешь, как читает мой дед. Стим, серьезно, я уверен, что ты парень опасный. Твоя футболка новая или ты стираешь лаской? На самом деле, серьезно, это бомжатская футболка, но она very nice. Ты купил ее, блядь, в Турции? Hello, man, I'll give a good price. Стив, я смотрю на тебя, я уверен, ты знаменит, но, глядя на твою футболку, странно, почему москвичи называют бомжами Зенит. Привет, наверное, компанию Остин, передадим там. Окей, поехали. Начнем с респектов. Привет всем от Бланка до Принца Хата. Тебе передали привет продавцы из Макдака и Пицца Хата. Твой рэп это фикция. Стиму помыться надо. Если вложить бабки, то куда пицца и меценаты. Я тебя зажигал, как пару сигарет зажигалка. Мэн, у меня есть алиби. Ты дофига бодит. Тут заходил бодигард, говорит тебе, Билли, отваливай. По тебе гривалили. No. Ты ставишь штопора на репит. Ты в тачке служил мой новый альбом, где пятерка медбратов на камере. Я хожу пока пишу с камерой. Рядом ты со своей бандой на палеве. Я по небенка с голыми руками. Зови меня Эвандер Халифилд. Раз, два, Билли Миллиган на панике, Алигер Ком, Алигер, твой рэп репит от мажоры и на реке. Американский рэп не для меня, ты хотел батла, но сделал ляп. Я говорю тебе вниз, чувак, ложись, на свое тело ляг. Ты говоришь, что твой рэп пиздат, но на нем не сделать лям. Тебе девочка заткнула рот огурцом, прости. Она хотела кляп, яу, это значит ты вынесен махом. Это значит ты вынесен нахуй. Каждый батл с мистером Маком, это башка между баром и плахой. Возможно, я зря погнала тебя, и сразу, мэн, прости за бредни. Ты ждала публики пальцы вверх, ага, они поднимут средний. Второй раунд, Билли Миллиган. Мы сразу, да? Да, конечно. Так, тогда... Он радио позвонить решил. Сейчас дам, спросим помощь другу. Так, так, так. Ну, попробую вспомнить. Писал быстро. Демонстрация передового флоу. Ты на Старк-Экспо. Так звучит мой триумф. Я здесь дирижер оркестра. Зови меня Джо Пеши. Это казино. Твой рэп не должен размножаться. Ему нужен пастинор. Ты уж меня прости, но у тебя шансов ноль. А, блядь. Поддержи, парень. Давай, давай. Вот, ребята. Никто не против, если я вдруг включу подсказку? MP3. Херово. Включи про сестренку песню. Ты уж
можешь меня прости, но шансов у тебя ноль, несмотря на то, что тексту полчаса уделено. Здесь вроде не так темно, но твой талант не разглядеть. Ищу достойных соперников, а они каждый раз не те. У меня где иммунитет, они проходят мимо. Я отправляю звезд домой, Билли Сулейман Керимов. Ты можешь идти к двери, для тебя бэтл закончен. Судьи уже зарубили, топора досрочно. Ты думал, что будешь биться с ванильной поп-звездой, но вместо Стима вышел я, и ты понял. Тебе пиздос, ты станешь вторым. Это как первый, но на один пониже. То, что ты слабей, тебе подтвердят твои же. Я на тебе раунд за раундом оставляю зарубки. И твой крепкий авторитет вдруг раз и стал хрупким. Без обид, но тебе нужно еще опыт поднабрать. А пока это смешно, будто бы фото у ковра. Ты говоришь про ковры? Стоп. Третий раунд. Третий раунд? Внимание, третий раунд. Топора начинает. Гарри Топор. Русский рейтинг. Ты говоришь про ковры, блядь, тебе не дали слова. Тексты Билли Миллигану, походу, пишет жена Жиркова. Нова, хуже, нова, нова. На концертах нет народа. Видел фото. Перекати поле от гримерки до колонок. Ты долго работал с СД, но тебе не быть Витей. Стим делает в спортзале присед, а скорее сыт, сидя. На этой территории невозможно победить Питер. Я у тебя на мобиле буду записан как... повелитель? Это порно как рикса. Победы буду гарантом. Я твоя черная полоса, как прическа Раута. У тебя, пацан, нет таланта. Орешь как будто на тебе тарантул. Но тебе не рады. Море берега параллельный. Заревал как панамерикану. У меня суки на диване, майк треков, ты закачал гигабайты. Мне кореша полюба говорят, этого дебила в ИИ поломай ты. Я не безопасен, как катаракта, вспышки от фотоаппаратов. Треки до парата, надо добавить, чтобы рэп это доведет до инфаркта. Если ты будешь бежать за парка, Стим победит, это невероятно. Рвать и метать буду строго без бланта, пока ты присел на фалоимитатор. Кори победителей нет вариантов, даже корифант вот тихо закивал головой. Ты согласен и сам-то? Чтобы тебе так зачитать это надо, чтобы нас поменяли телами. Быть против нас это как щеголять со свастикой в Афганистане. Мэн, короче говоря, между нами, я с тобою заскучал. Для Стима мочить в сортире — это по пьяни обоссать стульча. У тебя в треках много мата. Что ты за хам, блядь? Ну я не судья, а ты не Навальный. Я тебе не дам по пять. И победить полупидора в паре я буду пиздец как рад. Моя туса отпиздила твою, а видео назвали ОМОН, разгоняющий гей-парад. Тихо-тихо. Третий раунд, Билли Миллиган. Давай, финал. Guess who's back? Это большой Билли. Я пришел, и рэперы глаза под капюшон скрыли. Пока они обсуждают, кто из них сильнее одет, я восстал из пепла, как феникс, и иду по воде. Атеистам шах и мат, мне на тебя жалко мат. Распишу по-питерски культурно тебя, хохлома. Эх, бля. Пора варить кашу из топора. Если я слышал, ты хочешь победы, но ты хочешь до хера. Ты бы рад мне противопоставить что-то, но увы и ах. О каком бэтле речь? Тебя уносит с двух рюмах. Это августовский путь, как в 93-м. Здесь теперь полярная ночь, и тебе ничего не светит. Билли растет от трека к треку. Великан, а ты даже акапеллой выступаешь еле как. Люди своим ушам не верят, в зале все удивлены. Мой флоу настолько черный, что его впору звать нефтяным. Выбрать меня к себе в пару было не лучшей идеей. Мне с тобой бэтлиться практически, что грушу метелить. Просто последний. Что-то до хера там наготовил. Окей, тихо-тихо. Это был Versus Battle, и сейчас буквально минутку, и мы обсудим с судьями, кто победил в этом батле. Главный приз — автомобиль! Я болею за топора, потому что это действительно, даже если не брать рамки рэп-батла, то очень хорошие находки, мне кажется, и в литературном плане, что прям очень здоровские. То есть это даже при том, что там если какие-нибудь такие аутентичные интеллигенты сравнивают, что типа рэп это такой низкий жанр, а есть такая высокая поэзия, то тут довольно-таки достойно. И ни в коем случае даже нельзя в данном случае назвать, что рэп как-то отстает, потому что хорошие находки, может быть,
Не все шутки, например, мне были понятны, но было очень здорово. Я считаю, что несмотря на то, что Гарри Топор зациклился совершенно не на том альтер-эго его оппонента, он является 100% победителем в этом батле. Все. И нечего добавить. Ну, ты не хочешь, чтобы я описывал там рифмы или что-то? Ну, тебе понравилось? Супер. Если честно, я не ожидал, потому что до этого я слушал, естественно, Стима там какие-то клипы и альбомы целиком не слушал, ровно как и его оппонент. То есть я слушал какие-то треки, которые участвуют в видео, потому что не очень слежу за русским рэпом. Ну и оба артиста были для меня новинкой, поэтому. И Гарри Топор оказался, конечно, несмотря на то, что у его оппонента как бы опыт намного больше, оказался, не знаю, не королем, конечно, но порвал его. Я отдаю голос тоже Гарри Топору, потому что, ну, мне кажется, это было очевидно, на самом деле, в данном случае. Для меня, как для человека, совсем не из-за тусовки, но как раз по общему впечатлению, мне кажется, что было действительно совсем понятно практически сразу, после первого же раунда. Но вот я тоже видел отдельные клипы Стима и Пора, соответственно. Был очень удивлен, опять же, сейчас, посмотрев батл. То есть мы как раз сейчас буквально недавно обсуждали то, что, наверное, тяжело было бы прослушать целый альбом такого агрессивного ставка. Ну, вот. Но, соответственно, такой же расклад, как в барабанах, если ты умеешь играть агрессивно, то перейти на любой другой более лайтовый стиль тебе будет потом намного проще, чем если ты умеешь делать что-то лайтовое и пытаешься делать что-то агрессивное. Ну, так что, мне кажется, в данном случае Гарри одержал 100% заслуженный верх. По итогу общего голосования большинством голосов победителем был выбран Гарри Топор. Я очень рад, что мне попался Стим как оппонент, потому что соперник достойный. Я рад, что мне удалось сегодня победить. В принципе, я надеюсь на то, что это не последнее мое участие в проекте под названием Versus, что вы будете меня звать. И я с радостью приду, мне все понравилось. Поэтому всем мир, кто болел за меня. С кем бы ты выступил еще в следующем батле, если бы тебя позвали? Кого бы ты хотел оппонента? Ассая. Почему? Потому что он тоже злой. Расскажи впечатление. Ну что, это был интересный опыт, мой первый в этом плане. Было круто. Я, честно говоря, даже не ожидал, что Топор настолько хорошо подготовится, поэтому я как-то вообще на автомате спустя рукава в последний день написал все и не выучил, конечно, вот это меня изгубило. Но где-то теперь дало мне хороший урок, и Гарри однозначно заслужил мой респект, очень круто. И вообще это мероприятие нужная вещь. В следующий раз увидимся еще.